Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на очередном заседании клуба «Споемте, друзья». В нашем клубе мы, находящиеся на сцене, только помогаем вам петь песни. Это вы должны учитывать в своем сегодняшнем настроении, поэтому готовьтесь, расслабляйте связки голосовые, кто чем может. И у нас будут призы, и призы сегодня совершенно необычные, те, кто лучше всех поет. В конце будут вознаграждены очень достойно. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения Анатолия Борисовича Чубайса и Артемия Киевича Троицкого, известного музыкального критика. Но сегодня многие люди родились, поэтому давайте начнем вот с такой песенки. Вот сюда куда-нибудь. Или это нужно срочно прочитать? Срочно прочитать? Открываем бумажки, кто хочет, кто не хочет, может и без бумажки. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим. Прилетит вдруг волшебный в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих на виду. Мужчины проснулись в партии оркестра. Это мне важно, потому что оркестр нам сегодня тоже много раз понадобится. Так вот, дорогие друзья, сегодня такой замечательный, знаменательный день, потому что ровно 130 лет назад был принят указ в государстве российском, запрещающий ночную работу подростков и женщин. Поэтому Лидия Чебоксарова сегодня выступать не будет, но будет принимать поздравления. С днем рождения! Который мы с вами продолжим. Не бродяги, не пробойцы, за столом синей морей. Вы пробойте, слава женщине моей. И снова на Быкове. Вы пробойте, это уже солировать. Глаза ее взгляните, как спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Вы сравните с близким берегом ее. Мы земней и вовсе к черту сказки о богах. Просто мы на крыльях. Вы пробуйте,
пропойте славу женщине моей. Слышно почему-то только женские голоса про славу женщины. Ну вот сейчас, я думаю, мужчины активизируются, потому что будет песенка про кавалергарда. И при ее исполнении нам понадобится оркестр. Скрипки в зале есть? Да, кстати, второе отделение мы составляем следующим образом. Вот я наметил только программу первую. Так традиционно у нас во втором отделении концерт по заявкам. Так вот, сегодня будет концерт по заявкам для Лидии Чебоксаровой. То есть вы должны пожелать Лидии Чебоксаровой какой-то песни, чего-то хорошего, и мы ее вместе для нее споем. Прошу вас эти записочки, значит, вот сюда складывать, чтобы второе отделение состоялось. Итак, мне нужны скрипки. Видите, у меня даже Тарасова нет, мне оркестр нужен. Но он будет. Хорошо, теперь виолончели. Есть? А теперь вместе. Кавалергардный век недолг, и потому так сладко. Труба трубит, откинув полог, и где-то слышится беззвон. Еще ракочет голос струны, но командир уже в седле. Не обещайте день юной, любовью вечной на земле. Не обещайте день юной, любовью вечной на земле. Скрипки. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, пиять, не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте день юной, любови вечной на земле. Не обещайте день шампанское рекой, и взор туманится слегка, и все как будто под рукой, и все как будто на века. Крест деревянный и чугунный назначен нам прибывший. Не обещайте день юной, любови вечной на земле. Не обещайте. Зачем на земле ты вечно живу?
Собирайтесь, ка гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле вечно живу? Чебоксарову поздравляем. И женщина тоже. Чуть-чуть гитарку, мониторы потише. Спасибо. Ну давайте еще что-нибудь из Булата Шалыча. Сегодня... Ну, это бенефис. Хорошо. Чуть тоже.
потише в мониторе. День рождения Юлии Латыниной посвящается сегодня. У нее тоже день рождения. На крылечке твоем, каждый вечер твоем, мы подолгу стоим, расстаться не можем на миг. До свидания скажу, рассвет дожду мимо милых окошек моих, и сады, и поля, и цветы, и земля, и глаза голубые, такие родные твои. Нет солнечных дней, ни на теплых ночей, расцветают от нашей горячей светлой любви. Если надо пройти все дороги, пути, те, что к счастью ведут, я пройду в них век не забыть. Я люблю тебя так, что не сможешь никак. Никогда, никогда, никогда разлюбить. Друзья, не забывайте, что второе отделение составляется по заявкам. Да, да, пусть будет. Мы споем, конечно, если будем живы. Ты говоришь не о любви, а разговор напрасно начал. Слова я слушаю твои, и ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Но может быть, вдруг я сама тебе в глаза взгляну, и станут вечными слова, что ничего пока не значит. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбой. Как ливень, как метель, у вас же слова есть. Все заслонит вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Еще сегодня день рождения нашего друга Юрия Ряшенцева. Не побоюсь этого слова. Как вы думаете, какой самая знаменитая песня в произведении?
потертое седло, и ветер холодит былую рану, куда нас, сударь, черту занесло, неужто вам покойне по карману? Радуемся на своем Парижу деньги селяне, но рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пока-пока порадуемся на своем веку, красавице и гуру, счастливому плену. Пока-пока-пока чивает судьбе не раз шепнем. Игорь Луньков, можно от вас верхнюю ноту? Судьбе шепнем. Только Луньков можно. Merci beaucoup. Браво. Merci beaucoup. Друзья мои, не сегодня, но завтра день рождения Михаила Аркадьевича Светлова. Я знала, что это ему идет. Мы ехали в шару, мы чали своя, но яблочко песню держали в зубах. Ах, песенку эту до ныне хранит трава, молодая с цветной волной. На дальней земле возил мой приятель с собой в седле. Он пел, озирая родные края, вина, вина, вина моя. Он песенку эту твердил наизусть, откуда у хлопца испанская грусть. А теперь Александровский храпел в ответ, давно ли по испанским мы начали петь. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю кренать, крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья, вина, вина, вина моя. Мчались, мечтали, постичь поскорей, романтику боль, язык погорей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала с лебями. Но яблочко песню играл эскадрон, смычками складами на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, гренада, гренада моя. Пробитое тело на землю сползло, товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули гренада. Дальнюю область, заоблачный плес, ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края, гренада, гренада, гренада моя. Как я не заметил бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по нему тихо сползла, погодя, на бархат заката слезинка дойдя. Новые песни придумала жизнь, не надо, ребята, от песни дружить. Не надо, не надо, не надо, друзья, гренада, гренада, гренада моя. Одну песню, которую когда-то мы давным-давно пели, когда Сергей Яковлевич Никитин ее
активно пропагандировал. Вот. Но надо ее вспоминать время от времени, хотя потому что это не только слова, но и музыка Михаила Светлова. Кстати, предыдущую песню написал Берковский музыку. Все, наверное, знают. И однажды Берковского, я байку всегда рассказываю про гренаду эту, она мне очень нравится. Одна дама сказала: «Витя, я ненавижу вас за вашу гренаду, потому что дети во Дворце пионеров не могли под нее маршировать». А Берковский мгновенно нашелся. А на лошадях не пробовали? Ну так вот, Михаил Аркадьевич Светлов сочинял еще и музыку иногда для своих стихов. Нет, не иногда, один раз. Нет, там был еще парочка моментов, которые не очень. Так же, как и Левитанский. Где Митя и вся земля возлюбленная? Мчится сквозь метель, а вы лежите пьяненькие в сугробе, и вам квитанции не надо на постель, а вы лежите пьяненькие в сугробе, и вам квитанции не надо. Весна простила все ошибки, и все вокруг зазеленело вновь. Опять весна, трава, цветы, улыбки, и вам квитанции не надо на любовь. Опять весна, трава, цветы, чайки и мачты в лиганте.
чорним бить і синім. Тихо
и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато как все будет хорошо. Ты узнаешь много волшебных историй, тут тебе и ветка, и ключ золотой, тут и черномор, тот самый, который зря все пугал своею богатой. Не знают, то сегодня Международный день защиты южноафриканских детей. Видимо, у них там 1 июня что наступает же нам попозже. Друзья. Поэтому мы должны спеть для южноафриканских детей. А североафриканские дети что же теперь? Должны быть незащищенными, что ли? У них другой день. Это будет в день рождения Евгения Николаевича Быкова. Зовина, давай. Чунга-чанга, синий посол, чунга-чанга, лето круглый год, чунга-чанга, весело живет, чунга-чанга, песню поет, чунга-остров, чунга-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга, наше счастье постоянно, жить на нем. Чунга-чанга, места лучше нет. Чунга-чанга, мы не знаем бед. Чунга-чанга, кто бы прожил час. Чунга-чанга, не забудет нас. Чудо-остров, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга, наше счастье настоящее. Thank you.
хвостых ягуаров Броненосцы черепа Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей Такое изобилие невиданных зверей И из Ливерпульских дам Всегда по четвергам Сюда уходят плавать к далеким берегам Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию И я хочу в Бразилию к далеким берегам Солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увидели Бразилию, 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 увидели Бразилию, гостинцы моей. И сливы пустяка, всегда по четвергам, сюда вновь плавают далеким берегам. Плывут они в Бразилию, 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 и я хочу в Бразилию далеким предмет разбора. Виктор Берковский на стихи «Юный морец». Вот. А Виктор Берковский — это еще один любимый композитор Лидии Чебоксары. Еще один чем что? Чем Марк Минков. Памяти Франсуа Рабле. Исполняет Лидия Чебоксарова. Дмитрий Богданов. И Евгений Быков тоже тут. На подтанцовках. Рухнуть на пушку, стой в тюфяк, щекой подушку и не жалею овладеть. Не по верхам, а в совершенстве, чтобы в растительном блаженстве, как шмель над клевером гудеть. Не держит ты звоня, он для купаний, для валяний и для других счастливых дел. И неповальное жеманство, островы дух раблезянства там населением овладел. На лучший мир не уповая, цветет культура смеховая, провидианство планету. Ты ерунда танцует в благане, на барабане только пани и развлекает свой народ. Мартышка, над гробом смерти и судьбой, над женщиной и над мужчиной, пролет довольностью бесчинной, осталась ли душа с тобой? Когда смешно и хлещет в уши, самой смерти хлещет в души, виноградное вино, и в передышке все забыто, короткие угрюмства быта, и все трагично, я смешно. Равно простейшим и приматом ты насладишься ароматом того, как длишься и живешь. Благословенно пелью дышка, как хочешь, как мартышка. Когда хохочешь над гробом смерти и судьбой, над женщиной, над мужчиной, пролет довольности вечной. Осталась ли душа с тобой? Та-ра-т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 а
Выпиваем за здоровье юбиляров и готовим второе отделение.